Сегодня светодиодный дом Ледрус устанавливал универсальную светодиодную ленту. RGB-лента называется универсальной не случайно. Это не только освещение или подсветка выбранного пространства, но и способ создать особую атмосферу. Например, ваш ребенок боится засыпать в темноте. Установите свечение на минимум, выберите голубой и, пожалуйста, мягкий ненавязчивый свет успокоит и отпугнет монстров под кроватью. А зеленый оттенок отвлечет от суеты и расслабит. Для романтичной обстановки отлично подойдет красный. И, конечно, в арсенале RGB-ленты стандартный белый для любого случая. Наши клиенты решили установить светодиодную ленту в детской и в ванной. В детской комнате лента устанавливалась по контуру ниши для натяжного потолка. Для ванной комнаты выбрали RGB-ленту повышенной влагозащиты, созданную специально для сырых помещений. Лента монтировалась на алюминиевый профиль, а блок питания был спрятан в короб с трубами. К каждой ленте прилагался свой пульт управления яркостью и цветовыми режимами.